Пожалуйста, напишите в нашем чате географию своего присутствия, обозначьте город, регион. Да, вернемся к нашей географии. Ямал, Московская область, Санкт-Петербург, Тольятти, Калужская область, Калачинск, Пензенская область, Ханты-Мансийск, Иркутская область, Югра, Икибуру, Калмыкия, Екатеринбург, Братск, Хабаровск, Крым. Добрый вечер еще раз всем нам. Надеюсь, что мы с вами сегодня проведем такой продуктивный час нашего с вами сотрудничества. Близится уже конец первого полугодия учебного. Соответственно, возникают уже вопросы о том, что необходимо подвести предварительные итоги нашей с вами работы. И тема сегодняшнего нашего вебинара не случайно выбрана, как и звучит, как организация работы методического объединения учителей иностранных языков с использованием методических и учебных пособий издательства «Титул», а также бесплатных интернет-ресурсов. Позвольте представиться на всякий случай еще раз. Меня зовут Опальков Валерий Геннадьевич. Я работаю заместителем директора и Государственной школы в Москве, кандидат педагогических наук, автор публикаций, рабочих программ. Действительно, мы неоднократно обсуждали тот факт, что на курсах повышения квалификации активно ведут подготовку управленцев, менеджеров в сфере образования. Обычно это директора и заместители директоров школ, но, к сожалению, нас, учителей, никто не учит быть руководителями методических объединений. Именно с позиции этого вопроса мы будем сегодня проводить нашу встречу, а также постараемся осветить основные направления деятельности учителей предметного и методического объединения. Итак, давайте обратимся для начала к определению, что же такое методическое объединение. МО является структурным подразделением школы, профессиональное объединение педагогов, которые осуществляют и координируют проведение учебно-воспитательной деятельности, также методической, внеклассной, инновационной работы, по одному или смежным предметам. Согласно закону об образовании 1996 года в Российской Федерации, в разделе структуры управления образовательным учреждением
написано, что методическое объединение организуется в школе при наличии трех и более учителей, работающих по одному предмету или по одной образовательной области. То есть это может быть предметы гуманитарного цикла, естественно-научного, физико-математического и так далее. Соответственно, в состав методического объединения могут входить учителя как одного предмета, одной дисциплины, так и смежных. Создаются методические объединения и ликвидируются согласно приказу директора школы, директора образовательной организации по представлению заместителя директора либо по учебно-воспитательной работе, либо по методической работе. И, соответственно, методические объединения подчиняются непосредственно заместителю директора. Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его замами, курирующими заместителями, в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного контроля, который утверждается также директором школы. Возглавляет работу метод объединения председатель, мне больше нравится слово руководитель методического объединения, и на его хрупкие плечи ложится огромный объем работы, как и на каждого из нас. Вот можно представить схему управленческую, да, образовательным учреждением, то есть школой. Во главе является, может быть, управляющий или попечительский совет. Далее идет директор школы, заместители директора. Как говорится, не боги горшки обжигают, а заместители директора, да? Руководители методических объединений и непосредственно педагоги. Обычно возглавляет работу метод объединения наиболее опытный педагог, то есть кандидатура, конечно же, всегда обсуждается, и работа метод объединения организуется на основе планирования. Каким образом следует организовать работу метод объединения в школе эффективно? Вот сейчас, уважаемые коллеги, я хочу к вам обратиться с просьбой, чтобы вы ответили на вопрос, считаете ли вы, что в вашей школе работа вашего метод объединения организована эффективно и почему? Пожалуйста, не просто эмоции, иногда тоже хочется выразить, да? А напишите, пожалуйста, почему вы считаете, что либо эффективно, либо неэффективно. Нам интересно узнать причины, обоснования. Спасибо. Я зачитаю ответы во время нашего вебинара. На мой взгляд, важным моментом является грамотное планирование. То есть я считаю, что грамотное планирование – это залог успешной деятельности. Соответственно, план работы метод объединений является главным аспектом, на который следует обратить внимание. Многие относятся к этому моменту очень формально. И вот я вижу подтверждение своим словам от Валентины, что работа организована чисто формально, вопросы совместно не решаются, к сожалению. Кто-то наоборот утверждает, Оксана Сурина, что эффективно, так как мы совместно находим решение возникающих трудностей. Конечно, от МО к МО, как говорится, уклад жизни внутри кафедры, он меняется. Но на какие аспекты сегодня мне хотелось бы в нашей с вами встрече обратить внимание? Первое – это на то, что в плане работы метод объединения необходимо раскрыть такие вопросы, как методическая тема работы учителей метод объединения. Второе – планирование заседаний. Третье – внутришкольный контроль. Четвертое – урочная и внеурочная деятельность. Пятое – портфолио метод объединения. Шестое – анализ деятельности метод объединения. И седьмое – отдельный момент. Мне хотелось бы
это осветить метод объединения и место профессионального роста. Вот Людмила Геннадьевна пишет, что большая работа ведется, но основная нагрузка на плечах руководителя. Да, так и есть. Правильно, Надежда Веникова, добавлю, что правильно распределен объем выполнения различных поручений. У нас МО очень организовано и дружно. Конечно, очень приятно и отрадно читать такие сообщения, что есть положительный опыт организации работы метод объединения. Потому что я считаю, что это на самом деле очень влияет на то, как учителя непосредственно работают в школе. Вот у меня всегда возникает ассоциация с метод объединением, знаете, с сотами. То есть вот школа как большая сота, да, и вот эти ячейки все, это как раз-таки наши метод объединения по разным предметам. Я хочу добавить, что в Финляндии даже велось такое исследование, проводилось учеными в сфере образования, насколько конструкция, то есть геометрия школы, да, здание самого влияет на успешность образования. И был удивительный результат, что именно в виде многоугольника, в виде соты, да, ячейки, как раз-таки такие здания, в таких зданиях дети чувствуют себя более комфортно. И в Финляндии мы можем увидеть целое огромное количество таких школ, такой формы. Поэтому, наверное, не зря такая ассоциация проходит. Все-таки для того, чтобы школа как единая система, как организм функционировала успешно, необходимо и организовать деятельность всех метод объединений в школе так, чтобы они тоже работали успешно. Итак, первый аспект – это методическая тема работы учителей метод объединения. Вот буквально минутку назад я сказал, что необходимо организовать работу так, чтобы школа в целом тоже вела такую эффективную работу. То есть от деятельности, насколько успешно организована деятельность работы в метод объединения, зависит и успешность деятельности школы в целом. Соответственно, каждый год выбирается методическая тема работы школы, педагогическая тема, выбирается какая-то проблема, и весь коллектив над этим работает. Соответственно, логично вполне будет, если учителя на метод объединения, на заседании метод объединения определят тему работы учителей методическую, чтобы она была созвучна с темой работы всей школы. И в качестве примеров позвольте привести несколько, например, реализация требований федерального государственного образовательного стандарта. Дело в том, что этот момент в жизни каждого из нас сейчас очень важен. Требования предъявляются, мы должны их выполнять, поэтому, проанализировав большое количество планов работы метод объединений по иностранным языкам, да и не только, я пришел к выводу, что это одна из самых наиболее распространенных тем, надо сказать. Одним из важных направлений, которые темой может стать, экологическое воспитание школьников. В последнее время опять более активно звучат постулаты о развитии музейной педагогики как ресурса повышения качества образования, использование информационно-коммуникационных технологий на уроке, вопросы критериального оценивания, а также повышение качества языкового образования в школе в целом. То есть, я думаю, можно взять на заметку эти темы и предложить на следующий год руководителям метод объединения взять эту тему за основу, одну из этих тем. Важным моментом является планирование заседаний метод объединений. Но традиционно методисты рекомендуют проводить заседания не реже одного раза в четверть или в триместр, в зависимости от того, как организовано
учебная деятельность в школе. Но вот у нас, например, в школе возник реальный вопрос. А какова реальная потребность в частотности, да, как часто необходимо нам встречаться? Мы приняли решение, что, конечно же, один раз в четверть, в триместр – это замечательно, но для того, чтобы решать более глобальные вопросы такие, мы собираемся один раз в месяц. И для того, чтобы решать текущие вопросы, мы встречаемся один раз в неделю или один раз в две недели, в зависимости от количества мероприятий, которые происходят в жизни школы. Какие вопросы выносятся на обсуждение? Но вопросы можно выносить абсолютно разные. Если это в начале года, то, конечно же, готовность педагогов в плане с рабочими программами, да, насколько все разработано, насколько методически укомплектовано, готовы учителя к работе, насколько кабинеты готовы, оформлено пространство. Поэтому, конечно же, в зависимости от того, какие вопросы являются актуальными, их и следует выносить на дискуссию. Не следует забывать и о таком важном моменте, как о фиксации обсуждаемых вопросов в протоколы заседания метод объединения. И здесь на слайде вы видите, что можно абсолютно вкратце, да, то есть обязательно указывать номер протокола, дату от какого числа, кто присутствовал. Если это методическое объединение с выступлением отдельных педагогов, с темами выступления, с докладами, то, соответственно, указать тему выступления, докладчика и о том, какие решения приняты. Соответственно, на следующем заседании метод объединения логично было бы обсудить, как принятые решения были реализованы, насколько эффективно они были выполнены. Важным моментом следующим является внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль должен быть, конечно же, грамотно спланирован, будь то это тематический, классно обобщающий контроль, либо просто предметный контроль, да, рубежный, стартовый, итоговый и так далее. Когда руководитель метод объединения отслеживает успешность выполнения вот таких диагностических работ, то создается целая картинка, да, эффективности принятых решений в целом и картинка эффективности используемых методов, приемов обучения, может быть, учебных пособий, по которым мы работаем и так далее. Важным моментом, я и выделил это в отдельный блок, является взаимопосещение уроков. На одной из конференций несколько лет назад выступал министр образования Сингапура, и вы знаете, что согласно международному тестированию ПИЗА они далеко вперед продвинулись, занимают лидирующие позиции. И я хотел сказать, что в своем выступлении одним из важнейших ресурсов повышения качества преподавания является взаимопосещение уроков. Как у нас обычно это организовано? Я так предполагаю, и я думаю, что со мной многие коллеги согласятся. Обычно мы посещаем уроки в рамках методической недели и предметной недели. Но, конечно же, они поставили высокую планку, потребовав, чтобы учителя как минимум 7-10 уроков в году посетили своих коллег. С дальнейшим, конечно же, обсуждением того, что реально они выделяют для себя в качестве приема или в качестве метода, который они увидели на уроке, и им кажется, что это эффективно, полезно, продуктивно, и как они планируют это применить у себя на уроке. То есть вот такая дискуссия, она обязательна. Поэтому я предлагаю обязательно рассмотреть на очередном заседании методического объединения вопрос о взаимопосещении уроков. Дело в том, что, конечно же, надо исходить из реальных ситуаций, из реальных условий, в которых мы работаем.
Может быть, у кого-то есть окна, да, не подряд идут уроки. И можно спланировать, соответственно, посещение уроков коллеги. Дело в том, что одно дело, когда нам на курсах повышения квалификации, на семинарах или на вебинарах рассказывают о том или ином приеме или методе обучения, да, и совсем другой момент, когда вы видите непосредственно у своего коллеги, как этот прием или техника какая-то работает. Поэтому вы уже сразу можете посмотреть плюсы и минусы на практике конкретного приема, метода и посмотреть, как вы можете усовершенствовать, что вы можете взять на заметку. Следующий момент внутришкольного контроля, который я выделил, это контроль работы с тетрадями. Дело в том, что в каждой школе обязательно существует положение о проверке тетради, о работе с тетрадями. И обычно учителя иностранных языков получают такую же надбавку за проверку тетради, как и учителя русского языка и математики. Но задайте себе, коллеги, вопрос, насколько вы действительно часто проверяете письменные работы учеников. Ведь учителя русского языка и математики должны это делать после каждой классной и домашней работы. Соответственно, в таком режиме должны работать и мы. Если надбавка такова, то, соответственно, и требования такие. Конечно, тут я вижу, коллеги пишут, что кто-то 5% получает, ну, естественно, можно и пореже это делать, значит. Но, тем не менее, хотя бы раз в неделю это обязательно надо делать, а в начальной школе обязательно после каждой работы, в любом случае. Поэтому, на самом деле, вот я хочу сказать, что в нашей школе, к сожалению, был такой минус, который мы исправили, я считаю, мы справились с этим вопросом. Учителя зачастую говорят, ой, мы не ведем активно тетради для письменных работ, потому что есть рабочие тетради, и зачем вообще эта двойная нагрузка, и начинается миллион оправданий. Тем не менее, соответственно, требования к работе с тетрадями понижаются, дети это чувствуют, и ведут тетради абы как. Но как только осуществляется административный контроль работы с тетрадями. Я это делаю обычно 2 раза в год. А выявив какие-то неполадки, скажем так, в этой системе, в этом направлении работы, я адресно уже точечно беру на контроль определенных учеников и могу раз в месяц, раз в неделю подойти и проверить эту тетрадь. Так я вам могу сказать, что очень стимулирует и подстегивает детей, когда они видят замечание, рекомендацию, написанную не учителем уже, а либо руководителем метод объединения, либо заместителем директора. Поэтому этот момент не надо упускать из своей деятельности. Далее важным моментом является организация урочной и внеурочной деятельности. Ну вот что касается урочной деятельности, очень много уже было вебинаров, материалов, размещенных и в сети интернет, и на форуме нашего издательства. Возникает всегда вопрос, ну, у любого учителя каждый раз, когда я думаю, мы готовимся к уроку, мы задаем себе вопрос, как сделать изучение предмета интересным, стараемся подбирать задания, отвечающие интересам детей, возрастным особенностям и так далее. Но всегда хочется остановиться и сказать, что давайте-ка мы с вами оглянемся и посмотрим, а что нам предлагают авторы учебника. И зачастую можно найти очень много интересных проектов, текстов, заданий к этим текстам. То есть по содержанию материал действительно интересный. И вот на этом слайде вы видите проект Friends for Life, достаточно интересный. Мы с ребятами его тоже выполняли. Он действительно вызывает отклик должный у детей. Или задание в учебниках happyenglish.ru для 4 класса
или в моих любимых пособиях Read Up для домашнего, для чтения в 9 классе, например. То есть, если материал подобран в соответствии с интересами детей, как в содержательном плане, так и в деятельностном, то есть мы организуем уже их работу более активно, продуктивно, в деятельностном контексте, да, через какие-то задания более творческие, то и повышается интерес к изучению нашего предмета. Хочу обратить ваше внимание, что на сайте englishteachers.ru вы можете найти и мобильные приложения. Я не знаю, достаточно ли вы активно пользуетесь ими. Но на самом деле, вот это я называю война миров, поколений, да, то есть есть еще учителя, которые не приемлют, запрещают вообще использование любых гаджетов на уроке. Есть учителя, которые наоборот стимулируют, и зачастую еще, я думаю, мы на той стадии развития в этом вопросе находимся, когда мы видим эффект маятника, да, кто-то либо слишком активно использует, и чрезмерно, я бы сказал, иногда неоправданно. А кто-то, наоборот, крайне редко или избегает вообще этого направления. Потому что для того, чтобы, конечно, это использовать, надо немножко разобраться самому, а как и что работает. Но, тем не менее, посмотрите, вот на сайте englishteachers.ru размещены ссылки на образовательные программы по изучению иностранного языка. Я считаю, что это большой ресурс, потому что в классах всегда есть детки, которые более успешные, более серьезно занимаются языком. Кто-то, наоборот, может быть, усваивает материал непосредственно в такой интерактивной игровой форме, да? И почему не использовать это как во благо, да, использовать гаджеты, которые дети носят с собой, в меру, да, естественно, конечно же, там, где это необходимо. То есть, ну вот, элементарный пример, кстати, в школах Австралии класс, ну вот в новых типовых школах, там не предусмотрено деление помещения на классы, то есть там нету стен. Пол делится, зональность организована через цветовую гамму пола, да, ковролина, покрытие. Соответственно, вот выделяется зона помещения, вот это будет ваш класс, там есть интерактивная доска, смартборд, и помещение открыто. Но благодаря тому, что потолок звукопоглощающий, рядом находящиеся ученики, они не меняют. Поэтому, как мы задаем вопрос, как организована у них индивидуальная работа? Как раз таки рядом с кабинетом расположен еще один стол, и на нем лежит два айпада. Соответственно, дети, которые нуждаются в этом, уже в зависимости от ситуации, либо, опять же, я повторюсь, это успешные ребята, которые быстрее выполнили работу, да, либо наоборот, которым надо что-то повторить, догнать, они отсаживаются, открывают приложения необходимые, которые учитель заранее подготовил, и занимаются уже в самостоятельном режиме. Также хотелось бы обратить на издание урочное, посвященное как бы, да, нашей теме, урочной и внеурочной деятельности, то есть издательство «Титул». Это издание и по методической разработке внеклассных мероприятий по английскому языку для 2-11 классов. Это и пособие для учителей начальных классов. Здесь мы можем найти как сценарии, так и предложения, эффективные приемы по организации урочной и внеурочной деятельности. Это и серия книг для чтения Read Up. Это и дополнительные издания по организации лективных курсов English for Science, English, Business English for Schools. Это и очень серьезное издание методика обучения иностранным языкам, традиции и современность, откуда можно достаточно основательно освежить свои знания, да, то есть мы, конечно, ударяемся все в практику, уходим в практику и начинаем игнорировать теоретические.
критически некоторые моменты, хотя сделать шаг назад, оглянуться, почитать что-то свеженькое никогда не помешает. Сегодня я бы хотел остановиться непосредственно на вопросах организации внеурочной деятельности и описать свой опыт работы в школе, потому что я думаю, что это наиболее интересно, как обычно бывает, и что-то можно взять на заметку. Итак, внеурочная деятельность. Мы предлагаем использовать такой момент, как день английского языка, конкурс ораторов, оформление пространства, это кабинеты, зоны общения на английском языке, а также кружки и факультативы. Итак, что же такое день английского языка? В школе, перед школой, естественно, родителями поставлена проблема о том, чтобы дети эффективно владели иностранным языком на должном уровне, не только в стенах кабинета. Поэтому всегда возникает вопрос, как только урок заканчивается, многие дети открывают дверь кабинета, выходят и сталкиваются с кучей барьеров. Боятся они разговаривать или испытывают какие-то трудности. Поэтому мы приняли решение, что такой своеобразной формой повторения, может быть, актуализации новых знаний, да, каких-то фоновых знаний, может стать как раз-таки вот организованный день английского языка. Сначала, скажу вам честно, будучи энтузиастами, естественно, мы тоже поддались эффекту маятника и начали делать это каждую неделю. Но поскольку любое мероприятие для того, чтобы оно было организовано качественно, его надо качественно спланировать и сделать, то провести, то, естественно, требуются определенные временные затраты на подготовку. Поэтому мы пришли к выводу, что у нас раз в месяц, один раз в месяц, примерно в период с 15 по 20 число, будет организован День английского языка. Один год мы его называли День английского языка и наименованием страны, которой посвящен был, были посвящены все мероприятия. То есть, например, English Speaking Day, Britain, или United States, или New Zealand, и так далее. Следующее, то есть мы освещали более так, серьезно страноведческие моменты. На следующий год мы решили, что поскольку все учебники содержат материалы по интеграции с другими предметами, то есть это психологического характера, материалы, связанные с предметами естественно-научного цикла, с математикой, с химией, с экологией, то было бы логично выделить эти темы и вынести их также на мероприятие дополнительное, День английского языка, поэтому мы называли его интеграция с другими предметами. Соответственно, день назывался у нас English and Science, English and Maths и так далее. Далее важные направления интересны, это создание музея предмета иностранного языка. То есть в каждом кабинете мы предлагаем сделать небольшую полку, организовать, да, где будут выставляться либо проекты детей, либо их тетрадки за предыдущие годы. Да. То есть вот надо самому учителю сесть и подумать, что можно туда заархивировать. Может быть, это какие-то словари, вы знаете, да, которыми мы уже все реже и реже пользуемся бумажными, я имею в виду, в основном цифровыми словарями. Далее, и соответствующим образом надо оформить. Может быть, это рассказы о семье, вот когда мы обращаемся к личностной составляющей, да, то есть мое лето, мои каникулы, моя семья, мои увлечения. И вот здесь как раз-таки тоже можно сделать такую небольшую галерею вот этих проектов. Дальше. Проектные работы, интерактивные игры, квесты и так далее. Обращу внимание на квестовые мероприятия. То есть, конечно же, когда у нас получается организовать, например, сдвоенный урок идет, да, то и у всей параллели идет английский язык, то, конечно же, можно организовать очень интересную игру, выбрать тему,
по какой теме мы хотим это сделать. Определить участников, то есть какой класс это будет, для какой параллели мы это делаем, а также определить круг учителей, активистов, которые будут заниматься непосредственно организацией этого мероприятия. Далее мы определяем, какие станции у нас будут. Например, прошлый год у нас назывался «Год Победы», посвящен победе 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. И поэтому мы взяли за основу слово «victory». Соответственно, каждой букве была определена станция. Станции могут быть либо по видам вещевой деятельности, например, для аудирования, да, там задания. То есть, конечно, это небольшие должны быть задания интересные. Либо для чтения, либо для письма, лексика и грамматика, фонетическая станция, станция на такие сообразительные, смекалистые задания, да, то есть это могут быть какие-то ребусы или просто на логику какие-то задания интересные. Вот, соответственно, надо спланировать таким образом, время распределить и подобрать задания, да, чтобы это все вошло в рамках одного урока или двух уроков, если у вас есть такой резерв. Соответственно, ребята проводят там время, выполняют задания группы, команды своей, и получают при правильно выполненном задании свою букву. Соответственно, когда они подходят к последней станции, если получается так, что они собирают полностью все слово, то можно сказать, что они получают, вся команда, положительные оценки. То есть я считаю, что не стоит пренебрегать этим моментом поощрения отметками, да? Это тоже мотивирует детей к активному участию. Когда возникает вопрос, можно организовать эти мероприятия? Ну и, соответственно, конечно же, возникает у любого учителя вопрос, а как же выполнение программы учебы? Да? Я еще раз повторюсь, что мы берем материалы только тот учебный материал, который изучается в наших учебников, наших пособиях. Соответственно, можно брать что-то дополнительно, да, но это процентное соотношение не должно преобладать. Соответственно, возникает вопрос, когда это можно сделать. Мы это делаем на переменах, когда делаем, например, большая переменка и организуем игры какие-то, да, небольшие, вот именно интерактивные игры на переменах. Далее, мы планируем интерактивные уроки по одной теме во всех классах. То есть, например, мы берем английский и физика в 9 классах и какую-то тему смотрим, может, там, скорость, но, в соответствии с планированием, да, календарным, к учителям физики обращаемся. И делаем иногда интересные задачки на английском языке. А также можно организовать мероприятия после уроков. Если темы пересекаются с учителями истории, МХК, русского языка или географии, то есть экологического содержания, то можно организовать небольшое мероприятие после уроков. Тоже желательно проводить его в такой активной форме, чтобы это была работа в группах, на соревнования командные, да. Это может быть и 100 к 1, либо создать за определенное время какой-то мини-проект, подготовить, спланировать все заранее, да, и так далее. Либо презентация докладов выступают, когда ребята, и, соответственно, после докладов, чтобы они задавали вопросы, проверили, да, насколько успешно все ушло. И еще один момент – это дистанционные мероприятия. По дистанционным мероприятиям я имею в виду, когда мы в школе объявляем конкурс, например, на лучшее эссе в своей школе или лучший проект, презентацию, посвященную тому или иному празднику. И тогда ребята проводят, выполняют эту работу и присылают ее непосредственно по почте, либо на сайт школы. И, соответственно, в контексте вот дистанционных мероприятий хотелось бы обратить ваше внимание на интернет-ресурсы, предлагаемые нашим издательством.
То есть на сайте englishteachers.ru create banner можно найти баннеры, да, которые вы можете разместить на своем учительском сайте. Баннеры это с игрой, да, языковой игрой. Соответственно, опять же, когда детки приходят на перемене пораньше, чтобы они не просто ходили, там, бегали, а могут также поиграть на благо своего развития. Также предлагается такие серьезные уже задания по множественным, множественный выбор, например, да, какие-то есть демо-версии представлены, какие-то предлагается закупить, но тем не менее, даже если выполнять то, что представлено в демо-версии, тоже может побыть интерес детей. Что касается интернет-ресурсов, ну, конечно же, большим ресурсом является сайт englishteachers.ru. И здесь большое количество разнообразных конкурсов, как для учеников, так и для учителей. Форум, где вас обсуждаются актуальные вопросы. Можно найти всегда ответ, задать вопрос и быть уверенным, что ты получишь ответ. Блоги. Многие учителя в нашей школе, ну и в качестве эксперимента, заводят такой учебный блог. Сейчас это абсолютно не проблема сделать, если возникнет желание, я в конце оставлю адрес электронной почты, и вам уже непосредственно лично скину в сайт, где можно создать бесплатно абсолютно блог учебный. И когда возникает необходимость, она возникает постоянно, формировать, развивать умение письменной речи, да, то как раз-таки вот форма, оболочка, если мы ее приблизим к реальности детей, да, в данном случае вот, блоги использовать, то они все равно делают это задание уже с другим настроением, с другим подходом. Качество выполнения задания тоже меняет. Также вики-технологии, то есть это когда мы делаем такой групповой проект, распределяем обязанности, собираем информацию, готовим, да, например, о праздниках в Великобритании. Кто-то занимается подбором материала, кто-то его размещением, кто-то адаптирует. И получается, что или по темам, да, мы распределяем содержание материала между учениками. Получается, что дети создают свою страничку по аналогии с Википедией, где они могут таким образом зрительно, визуально представить целый проект. Как это можно использовать в дальнейшем? Конечно же, если грамотно подойти и разработать проект, то можно его использовать в качестве предлагаемого ответа по монологическому высказыванию в экзаменах и кругах. Ну и электронная почта. Это когда мы, еще раз повторюсь, задание даем написать личное письмо не в тетради, чтобы они сидели и фантазировали, да, непосредственно уже написать личное письмо учителю, либо между собой. Но это должно быть уже наверняка классы постарше, да, чтобы выполнять такого рода задания. Далее важным моментом является внеурочной деятельности конкурс ораторов. И здесь я хотел бы обратить внимание ваши коллеги, что в книгах для чтения, в учебниках, где размещаются задания по проектной деятельности, да, есть вопросы, которые запросто могут лечь в основу вопрос для конкурса оратора. Мы его проводим традиционно в рамках предметной недели иностранных языков. Повторюсь, что предыдущие мероприятия мы делаем в течение года. Мы не оставляем все на одну неделю, знаете, так отработали и забыли. Я как раз-таки хочу обратить ваше внимание, я это на самом деле реагирую на комментарии, которые читал периодически в чате, да, что учителя организуют подобного рода мероприятия на предметной неделе. А мы как раз таки предлагаем вынести это, сделать это в системе в течение года. И вы на самом деле увидите, как поменяется сама атмосфера, вот как предмет иностранный язык по-другому зазвучит в стенах школы. Это гарантированно. Так вот, конкурс ораторов, например, как адаптироваться в новом классе, да, задание, или в чем секрет успеха,
или задания непосредственно на такого страноведческого характера, да, проектные работы. Вот отсюда можно подчеркнуть из учебников материалы для того, чтобы подготовить детей к этим конкурсам. Более того, хочу сказать, что если раньше мы проводили конкурс ораторов для 9-11 классов, и активность была, но она достаточно среднеумеренная, потому что дети обосновывают это тем, что у них экзамены, и некогда, да, принимать участие в внеурочных конкурсах и делах, то уже последние 2 года мы активно привлекаем к конкурсу ораторов учеников 6-8 классов. И это надо видеть, конечно, с каким большим энтузиазмом они к этому подходят. Им это интересно, важно. И я считаю, что здесь нельзя пренебрегать желанием детей. Конечно, это требует усилий организации такого мероприятия. Но представьте, какие мы создаем условия для того, чтобы ребенок почувствовал себя успешным во время публичного выступления. Да? А ведь мы с вами знаем, что согласно исследованиям психологов, напряжение, которое испытывает человек во время публичного выступления, приравнивается к напряжению, которое человек может испытывать перед смертной казнью. Поэтому об этом тоже стоит задуматься и не терять из вида такой большой ресурс. Далее, на чем мне хотелось с вами остановиться, это портфолио методического объединения. Конечно, когда руководитель метод объединения владеет комплексной информацией о том, что происходит в МО, а не формально, да, то, соответственно, и он может уже регулировать направлением, задавать векторы определенных, да, развития методического объединения. Что мы предлагаем иметь руководителю, как бы такую папку, если это бумажный носитель, да? Информация по кадровому составу, то есть информация об образовании, курсы повышения квалификации, какие проходили учителя. И здесь я хочу сказать, что мы организовали таким образом, чтобы учителя разные, да, по разным направлениям его осуществляли повышение квалификации, для того, чтобы уже на заседаниях методообъединения мы могли поделиться опытом, тем, что нового мы узнали из повышения квалификации, таким образом обогащаем друг друга. Дальше, информация по темам самообразования. Конечно же, многие могут сказать, что это очень формальный характер носит тема самообразования, но я приведу конкретный пример того, когда, например, школу оборудуют интерактивными досками. Какую в это время необходимо определить, какую тему самообразования выбрать. Учителя начинают фантазировать что-то. А хочется сказать, давайте посмотрим, вернемся на землю нашу грешную. Вот вам установили доску. Вы можете с ней работать? Нет. Соответственно, какую тему самообразования можно выбрать? Именно ту, которая будет актуальна для педагога здесь и сейчас. Поэтому мы создали благодаря этому целый банк заданий интерактивных для работы со смарт-бор. Поэтому здесь важно распределить как бы роли, да, распределить направление работы. То есть кто-то возьмет разработку упражнений для интерактивной доски по грамматике, кто-то по лексике, и, соответственно, еще и выделять для какого класса. Да? И в конце года мы делаем, так сказать, защиту тем самообразования, то есть когда учителя уже представляют результаты наработок, делятся своим опытом. И, соответственно, это обогащает, реально обогащает учителей. Уже не надо самому сидеть, придумывать упражнения. Да, можно взять, что называется, ready-made. Далее, информации надо владеть по достижениям как педагогов, так и учителей. Конечно же, много профессиональных конкурсов сейчас и онлайн, дистанционных, и очных. Так же, как и олимпиады, и конкурсы учеников. Ну а что мы предлагаем? Мне кажется, что помимо вот такого классического варианта, стандартного, когда организована папка собрана, да, портфолио метод объединения, что стоит разработать сайт методического объединения как основу информационного пространства деятельности.
всего метод объединения. На этом слайде, коллеги, вы видите сайт, который я разработал уже 4 года, да, 4 года назад, или 5. Здесь ключевыми, как бы, да, моментами является непосредственно информация о методическом объединении, об учителях, то есть представление, такая визитная карточка, да, кто работает. Здесь вы видите, я сделал скриншот слайда, это фотографии, но это не просто фотографии галереи, а кликнуть на каждую фотографию, она увеличивается, и снизу появляется непосредственно информация о конкретном учителе, да, сколько лет работает в школе, какое образование, какая категория. Конечно же, родителям важно знать эту информацию, да, с кем работают, у кого учатся их дети. Дальше мы разместили учебные программы, материалы для подготовки к ОГЭ и к ЕГЭ. Обязательно ввели раздел «Наши публикации». Это очень стимулирует, когда публично учителя размещают свои наработки. Конечно же, внутренний статус, да, и самооценка повышается. Затем у нас есть методический кабинет, где размещаются и материалы из семинаров, которые мы проводим для коллег же, да, и какие-то интересные статьи, публикации. Также раздел «Олимпиады и конкурсы», где размещаются задания непосредственно по подготовке к олимпиадам. Творческие работы учеников, то есть это проекты, презентации. Материалы для подготовки к переводным экзаменам. Но здесь ресурс как бы неограниченный. Я записал и подкасты. Есть, если вы наберете, например, подкаст FM, есть такой сайт .ru, на нем вы можете абсолютно свободно записать, то есть озвучить тему, например, да, и дети могут его скачать, этот файл звуковой, и слушать уже в наушниках. Ну, если вот мы топик говорим, да, готовим, да, какую-то тему стандартную. Соответственно, детям предлагаются еще банк вопросов по этой теме. Кто-то может расширить, кто-то, наоборот, сузить. Но мы такой стандарт все равно предлагаем. Видео и фотогалерея, полезные ресурсы и обратная связь, то есть гостевая книга. Хочу сказать, что огромную такую положительную роль сыграл этот сайт в решении вопроса коммуникации между учителями и родителями. Потому что родители на самом деле очень активно изучают материалы сайта, у них сразу же снимается большое количество вопросов. Если что-то еще остается непонятным, то они через эту гостевую книгу как раз-таки и адресуют вопросы конкретному учителю. И мы, получается, минуем дополнительный вход, да, когда через классного руководителя и так далее. Соответственно, вот это общение учитель-родитель, оно становится более продуктивным и эффективным. Следующим моментом, на который хотелось бы обратить внимание, это анализ работы метод объединения. Дело в том, что надо подойти к этому также не формально, не для галочки, если мы действительно грамотно планируем свою работу. То есть, то мы в начале года, в сентябре, поставили определенные цели, да? Соответственно, в конце года необходимо определить степень ее достижения, какова успеваемость детей, да, насколько зафиксирован, да, имеется рост, профессиональный рост педагогов, как активно принимают участие в различного рода конкурсах. Степень активности непосредственно учителей в жизни работы МО и результаты внутришкольного контроля. Я неспроста начал нашу сегодняшнюю встречу сразу о том, что уже декабрь, полгода прошло. Соответственно, конечно же, будет большим плюсом, если уже в декабре мы подведем итоги, проведем анализ работы за полгода. Представьте, что в мае, когда вам надо будет создавать анализ работы за год, то у вас уже 50% работы будет выполнена, это раз. А во-вторых, вы сможете скорректировать свою работу непосредственно, да, зафиксировать это в протоколе метод объединения. И непосредственно
сделать эту работу более грамотно спланированной. Да? И последний момент, на котором мне сегодня хотелось бы остановиться, это о том, что методическое объединение все-таки является местом профессионального роста, если при условии, что заседание метод объединения не сводится к перечню заданий, распределению, да, что надо сделать, и мы как пожарная лошадь бежим, тушим пожары. И когда мы проводим семинары для своих коллег, то есть в начале года мы определяем количество семинаров, обычно это один раз в месяц. Соответственно, с сентября по март, апрель и май мы уже не трогаем. Семинары, они длятся недолго, 20-30 минут, то есть такие достаточно короткие моменты, да. Но мы распределяем обязанности для учителей, кто-то в паре, кто-то самостоятельно готовит. То есть особенности подготовки, там, или новые в подготовке к экзаменам, например, и так далее. Или активные формы работы, или как организовать работу по выполнению мини-проектов на уроке, да? Ну, вариаций много. И, что подразумевает под собой непосредственно активная такая форма организации заседаний метод объединения? Это профессиональные дискуссии, подготовленные. Представление своего опыта, анализ посещенных уроков, то есть которые уроки мы посещаем друг у друга, и обсуждение профессиональной литературы. Вы знаете, что наверняка школа выписывает издания учебные, да, дидактические. Если нет, если вы не выписываете, то в интернете можно найти много полезного материала именно для учителей профессионального, да. И важно организовать непосредственно грамотно работу. Как мы это делаем? Я предлагаю вам на следующем слайде алгоритм. То есть мы определяем цель организации дискуссионного заседания, изучаем литературу, распределяем материал. То есть, например, Мария Ивановна будет изучать одну статью, Петр Васильевич другую. Руководитель метод объединения, предварительно посмотрев статьи, готовит вопросы для дискуссии. Далее непосредственно организуется сама дискуссия, и подводим итоги, а также определяем перспективы нашего развития. То есть, что я хочу сказать, что, конечно же, публикаций много, за всеми не уследишь. Поэтому, когда работа выстроена именно таким образом, то это получается гораздо эффективнее для всех учителей. Коллективный разум еще, как говорится, никто не отменял. И в завершении нашей с вами сегодняшней встречи хотелось бы с вами, уважаемые коллеги, составить синквейн, который будет называться «Метод объединения. Основная ячейка школьного общества». Позвольте напомнить, что сначала нам нужно обозначить существительное. Мы его назовем «Объединение». Итак, давайте с вами продумаем, какие два прилагательные мы можем с вами подобрать: творческое, нужное, отличное. Давайте три глагола, уважаемые коллеги. Работать, обсуждать, помогать. Замечательно. Теперь давайте небольшую фразу ключевую, которая с этим у нас с вами будет соотноситься. Планировать, работать, проводить дискуссии. Дискутировать, делиться, обобщать, помогать идти вперед. Отлично, Валентина, спасибо. И существительное, которое ассоциируется с первым у нас.
Наставлять на путь к истинному. Замечательно, Елена. Не мешать. Жить сообща. Вот мне кажется, это идеальная фраза. Жить сообща. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Посмотрите, на слайде представлен мой электронный адрес. Буду рад ответить на дополнительные ваши вопросы или поделиться материалами по организации работы метод объединения. Успех и развитие, профессиональный союз, отлично. Спасибо вам большое за такую активную дискуссию, за то, что вы нашли время. На то, чтобы профессионально, непосредственно повысить свою компетенцию. Я думаю, что этот час мы с вами провели достаточно продуктивно, потому что есть какие-то вещи, которые все равно наверняка вы о них не знали. Может быть, знали, но подзабыли, да, они могут остаться не актуализированными. В понедельник презентации будут уже доступны для скачивания. Опять же, если вы сможете, и если у вас будут вопросы, то я с удовольствием на них отвечу непосредственно в личной уже переписке с вами. У нас с вами на дворе середина практически декабря. Я вам хочу пожелать, чтобы у вас уже было такое чувство предновогоднего настроения, чтобы рождественские мероприятия в школе вы смогли организовать для детей интересно, познавательно. И, конечно же, на Новый год хочется пожелать нам всем с вами мира, крепкого здоровья и благополучия как духовного, так и материального. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз с наступающим вас Новым годом. Спасибо большое. До свидания.